Холодильная витрина Технохолод, модель Флорида. Данная модель относится уже к витринам бизнес-класса. Современный дизайн, очень красиво смотрится. Устройство витрины такое, как и у всех. Испаритель, полка верхняя, полка продавца. Корпус витрины изготовлен из металла. Металл покрыт полимерным покрытием. Сама выкладка витрины, она изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Переднее гнутое стекло. Это каленое стекло. Витрины все имеют сертификат качества ISO 9001-2008. Боковые панели изготовлены из противоударного жесткого ABS пластика. Наполнитель пенополиуретан. Также витрина имеет выкладку, которая расположена под наклоном. Это дает лучшую обзорность. То есть покупатель видит вашу продукцию сдалека. Как дополнительная опция, витрина еще может быть оснащена лампой красного цвета, называется мясная лампа, для колбасы и для мяса. В задней части витрины со стороны продавца имеются две дверцы, это камеры для хранения продукции. Столешница из пищевой нержавеющей стали. В задней части нижней мы видим агрегатную решетку, которая закрывает агрегатный отсек. У нас есть также тут клавиши. Клавиша включения подсветки в середине витрины, клавиша включения компрессора, пульт управления. Также у нас есть автомат. В случае перепадов, скачков электроэнергии, он отключает подачу питания на компрессор, дабы он не вышел из строя. С помощью автоматической тайки удаляется лед и иней с испарителя, и талая вода стекает вот такой вот пластиковый лоточек, который надо периодически просматривать и удалять воду. Все витрины перед тем, как выйти в продажу, они на заводе тестируются в специальных камерах, в которых поддерживается температура свыше 40 градусов. И только после этого они идут в продажу.